Учение будет проходить на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. На территории Республики Беларусь будет задействовано 7 полигонов и участков местности для региональной группировки войск. Напомню, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы республики и 1-я танковая армия Западного военного округа Российской Федерации. Часть сил и средств этой танковой армии прибудет к нам на нашу территорию для участия в учении. Тематику мы отрабатываем оборонительную. Задача этих учений – это подготовить и проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач обороны союзного государства на западном операционном направлении. Общая численность привлекаемых на учение войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года. Это не более 13 тысяч по личному составу. Планируется от Российской Федерации для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении участие около 3000 военнослужащих Российской Федерации и около 280 единиц техники.